Конечно. Да. Давай тоже поздравим Женю Кузина. Женьку Кузина? Да. Женька Кузина, я рад за тебя. Стал ты отцом во второй раз, и я скажу тебе, крепись, держись. Ну, самое главное, что Артемовой, надо сказать, большое, наверное, именно спасибо, то, что она выносила. Да, родила. Наверное, дочку, да, сына? Кто у них? Дочка. Дочка у них? Ну, это можем говорить? Моя. Дочка? У них можно говорить, что дочка родила? У них дочка. А там под всем пабликом информация уже.